Сейчас мы должны уже отбросить в сторону всякие сомнения, отбросить в сторону скромность излишнюю, идти неединно, неединно коллективом, неединно кулаком к победе. Уверен, что мы эту победу с вами и заслужили, и мы ее заработали. Но дальше начинается самое сложное. Это 5 лет тяжелейшего труда. Каждый из вас, сегодня общаясь с жителями области, берет на себя личную ответственность, личную ответственность за те обещания, которые он дает. А это умение работать в коллективе. 38 депутатов – это большой состав. Всегда нужно находить совместные решения. Интересы разные. Социалка говорит, нам необходимо сегодня школы ремонтировать, детские садики строить, промышленность, говорит, наружная поддержка промышленности. Сегодня, а как же без сельчан? И именно мудрость Тульской областной думы, да, мы разные депутаты, разные занимают, замещают эти должности. Но мудрость коллективного органа, она заключается в том, чтобы выбрать единственное правильное решение. Уверен, что мы все с вами не единомышленники. Потому что в противном случае нам принимать участие в выборах в едином команде не имеет никакого смысла. Мы разные по возрасту, по социальному статусу. Но мы все объединены одной целью. Сделать Тульскую область краше, удержать тот темп, который мы взяли. Поверьте мне, удержать его очень непросто будет. Но кроме того, что его держать, его нужно будет еще и наращивать. И самое главное, такое непростое внешнеполитическое время, мы должны быть надежной опорой нашему президенту, нашему государству, чтобы Тула всегда была надежной опорой государства российского. Может быть, звучит несколько пафосно, но поверьте мне, что испытания, которые нам предстоят, они непростые. И мы эти испытания должны с вами пройти с честью. Поэтому личные лица мы все оставляем сегодня. Все лица, которые были, мы все эти лица оставляем здесь и начинаем работать с семейством.